Айсен Николаев официально приступил к обязанностям главы города Якутска. Сегодня в мэрии состоялась его инаугурация. Главу города поздравили коллеги, общественники и Егор Борисов. То, что Айсен Николаев победил в выборах с высоким процентом голосов избирателей, говорит о доверии горожан, подчеркнул руководитель республики. В свою очередь, вновь избранный мэр отметил, что принимать присягу уже во второй раз намного волнительнее и ответственнее. Кроме того, Айсен Николаев в своем выступлении сообщил, что первым его постановлением станет увеличение финансирования питания детей в дошкольных учреждениях. Сегодня я первым своим постановлением выпущу решение об увеличении с 1 января 2018 года почти на 75% бюджетное финансирование на питание наших детей в наших детских садах. Это почти 72 миллиона рублей плюсом пойдет. И впервые дети будут питаться по новому меню, в котором впервые включены наши местные продукты. То есть и якутская говядина, якутская жеребятина, якутская рыба, чир, муксун. Вот наши местные овощи, они впервые вот у нас будут уже полноправно включены вот на это меню. И вот с 1 января в наших детских садах это начнется, потому что для нас здоровье наших детей – это самое главное, это будущее нашего Якутска.